Приветствую вас, друзья мои, все в гостях на канале Старый Кролик Готовит. Сегодня у нас гарнир, луковое пюре. Я не придумываю рецепты. Я его нашел в одной старой французской кулинарной книжке. Ну, собственно говоря, нам понадобится сам лук репчатый. Как ни странно, картофель. По весу примерно в равных пропорциях. Ставим варить до готовности картошки и лука, естественно. Включаем. Ну и пока время есть, отделим белок от желтка. Я думаю, парочку яиц хватит. Сварилось. Начинаем пока разминать. Масло сливочное. Посолим. Мускатный орех. Натру немножко. Молочка. Еще немного помну. Два желтка. Ну и взбодрим все это дело. Густоту регулируйте сами. Последний штрих. У меня укроп. Гарнир луковое пюре готово. Приятного аппетита. Я уже попробовал. Приятной консистенции, хороший вкус. Лук дает некую такую сладость. Довольно-таки интересно. Советую. Ну а вам спасибо, что не забываете, забегаете, отмечаете. Скоро увидимся.